Воздушные, легкие, пушистые гортензии с разноцветными шапками. Эти цветы являются великолепным украшением сада. Вряд ли найдутся садоводы, которые откажут себе в удовольствии посадить на участке такую красоту. Однако для выращивания гортензий надо следовать ряду правил. Все гортензии светолюбивы и предпочитают открытые освещенные места, но не любят яркое солнце. Могут находиться и в условиях легкой полутени. Место посадки должно быть защищено от ветра. Сажать ее нужно весной, когда земля прогреется. Почва должна быть рыхлой. И самое важное, эти цветы любят кислую среду. От кислотности почвы зависит не только яркость окраски цветов, но и их самочувствие. Кроме того, гортензия – влаголюбивое растение, которое требует частого полива. Для полива нужна мягкая вода, лучше дождевая, поскольку растение не выносит извести. Наш совет такой. Поддерживайте в почве, где у вас растет гортензия, соответствующий уровень pH. Для этого используйте удобрение Organic Mix. Оно не только подкармливает цветы, но также оптимально поддерживает уровень кислотности pH почвы. Применять Organic Mix очень просто. При подкормке гортензии рассыпайте удобрение широко вокруг растения по диаметру кустов, чтобы выровнять pH по большому радиусу почвенного круга. Затем следует взрыхлить почву и обильно пролить водой. Organic Mix – это комплексное удобрение с богатым набором макро-микроэлементов и аминокислот. В составе каждой гранулы Organic Mix – высококонцентрированная органика. Она обеспечивает гортензию быстрым и пролонгированным питанием, благодаря чему нарастает вегетативная масса у растения, увеличивается количество и размер бутонов, цветение становится пышным и длительным. Подкармливать гортензию рекомендуем раз в месяц для сохранения необходимого уровня кислотности почвы. Organic Mix для гортензии подходит для всех кислолюбивых растений – голубики, азалии, рододендронов.